продолжаю вам напоминать о том, что Академия Дрифта Федора Воробьева работает. И вот ученик Кирилл постигает азы дрифта, пробует уже восьмерку и в целом уже начинает получаться. Хотя в целом мы восьмерку не всегда и не сразу могли победить, но это уже какое, третье, по-моему, или четвертое занятие, у нас уже получается восьмерка. Вот. А пришли, когда он пришел, даже не получалось сделать кругляшочек. Но кругляшочек уже как воды попить. И сейчас восьмерки, это уже, оп, это уже следующий уровень, который в целом нам открывается. Красавчик, а! Вот много газа передавил. Сейчас скажу ему об этом. Вообще, конечно, наблюдать за развитием учеников большое удовольствие. Особенно, когда они реально слушают, слышат и пробуют делать то, что в целом ты говоришь. Это большая на самом деле и ценная история, потому что как только ученик начинает слушать и применять это на практике, прогресс просто идет семимильными шагами. Есть такие ученики, которые в целом пытаются решить эти задачи сами, вроде бы как бы слышат, такие говорят, понял, понял, но на практике делают иначе. Вот им прогресс дается гораздо сложнее. Так что гоняем. Короче, вот такое вот безобразие происходит. Это ипочка. Ну, ничего не могу с собой поделать. Очень мне нравится вот это вот Indian этот Pale Ale, или как он там называется, и миндальный тортичек. Ой-ой-ой. Сейчас наемся, напьюсь. Что завтра делать буду, непонятно. Ну да ладно, иногда можно.